Каждый из нас рождается с определенными дарами. У одних проявляется актерский талант, а другие подчиняют себе самые сложные научные сферы. Если вы желаете узнать свой талант, тогда вам в помощь этот простой, но интересный тест. Для его прохождения очень важно задействовать собственное подсознание. Именно оно хранит всю необходимую информацию. Чтобы его активизировать, необходимо расслабиться и постараться ни о чем не думать, сосредоточиться на собственной личности. Ну а теперь представьте, что сейчас лето и очень жарко. Взгляните на имеющееся изображение напитков, какой бы вы выбрали для утоления жажды. Очень важно делать выбор быстро, не задумываясь. Первые 5 секунд действует наше подсознание, затем подключается логика, которая может нам помешать. Итак, выбирайте. Если вы выбрали коктейль номер 1, то вы универсальный человек. Природа одарила вас талантом быстро учиться всему, к чему у вас лежит душа. Поэтому вы можете выбирать любую деятельность, которая вам нравится. Есть лишь один минус. Вы быстро выгораете и не доводите дело до конца. С этим стоит бороться. Если вы выбрали коктейль номер 2, то вы были рождены для того, чтобы повелевать цифрами. Вы можете добиться больших успехов в банковской, аналитической, финансовой и IT-сфере. Любые вычисления и прогнозирование даются вам очень легко. Если вы выбрали коктейль номер 3, то ораторское искусство – вот что вам было подарено природой. Вы отличный психолог, который может залезть в душу и найти все болевые точки. Иногда вы пользуетесь этим умением в различных жизненных сферах. Если вы выбрали коктейль номер 4, то вы человек искусства. Вам подарено умение доносить до людей свою точку зрения посредством музыки, живописи или других средств. Если вы будете двигаться в этом направлении, то очень быстро обретете славу и успех. Если ваш выбор коктейль номер 5, то вы прирожденный лидер. За вами пойдут тысячи людей, если вы этого только пожелаете. Таким людям легко управлять организациями и вести собственный бизнес. Если вы до сих пор не занимаете подобные позиции, то стоит об этом подумать. Если вы выбрали коктейль номер 6, то у вас имеется талант к предвидению. Это даже не талант, а дар. Вы можете полагаться на собственную интуицию совершенно в любой ситуации. Главное – научиться слушать внутренний голос и отдаваться этому чутью полностью. Помните, что врожденный талант – это одно. Человек всегда может довести свое умение до мастерства. Необходимо лишь приложить как можно больше сил и стараний. Тогда можно стать самым талантливым человеком в любом направлении. Обязательно поделитесь в комментариях, какой коктейль выбрали вы и похож ли результат на то, что есть на самом деле. Мне будет это интересно узнать. Ну а у меня все на сегодня. Желаю всем отличного настроения. Пока-пока!